Сегодня мы вам покажем видео, как посадить плодную матку в клеточку. Потому что вот она бегает здесь, вот, пожалуйста, приблизь, вот посмотри, вот она плодная матка. Пчелы ее обступили, на расплоде сидит. Вот. Как посадить пчел и матку в клеточку? Вот клеточка у нас, пересылочная клеточка, можно в любую другую, но пока сажаем в эту клеточку. Вот. Сначала ловим матку. Ловим матку за крылышки. Побежала. Опа, все, поймал. Видите? Поймал. Что делаем? Запускаем ее. Запускаем ее сюда. Видите, полезла. Чуть-чуть зад. Все, залезла, видите? Вот она бегает. Теперь надо посадить пчелок. Кто хочет, как их, руками ловить чи как? Конечно, руками. Как лучше. Берем, немножко дымнем их снизу. По бокам. Смотрим, что будет происходить. Смотрите, пчелочка ест мед. Видите, закрыто. Крылышки вместе сложила. Берем за крылышки. Раз, все, нормально. Что делаем? Подпускаем вот так. Раз. Ползи туда. Раз. Все. Надо еще. Берем следующую за крылышки, которая нам нравится. Вот она сидит. Чтобы она вас не вкусила, видите? Запускаем опять эту сюда. Она не хочет, но мы ее пускаем. Лезь, лезь, лезь. Все, полезла. Пальцем закрываем, она уже кусать не будет. Уже две посадили. Следующую. Вот сидит, мед кушает. Вот у нее еще в зобику мед торчит. Молоденькая. Пытается укуситься. Но она не достает, потому что мы за крылышки взяли. Засовываем ее сюда. Ползи. Ползи. Полезла. Три посадили. Надо 4-5. Вот еще сидит, мед ест. Потому что мы подымили, они пошли мед есть. Нам легко брать, видите? Она не может не извернуться никуда. Засовываем сюда. Раз, притулили, все, она полезла. 4. Еще надо. Вот еще сидит, мед ест, видишь? Приближаю. Вот так, раз, взяли, все, готово. Головой вперед. Чуть-чуть придавливаем. Все, ах ты тварь, не захотела, вылетела. Все, пошла в другую сторону. Упиралась. Смотрим другую. Вот так вот, раз, вот другую взяли. Вот, это пошла. Итак, вот, пожалуйста, матка в клетке. Никаких проблем. Легко посадили, ни одна пчела не укусила. Небольшой навык. Ну, подумаешь, там 5 штук укусит вас. Зато вы пчеловод настоящий, если вас укусила это самое. Потом что делаем? Берем воск. Вот такой вот тоненький, сплющиваем. Сейчас жарко, погода жаркая. Накрываем отверстие. Берем какой-нибудь гвоздик или палочку. Сейчас я найду какую-нибудь маленькую, вот такую вот. Вот видите, палочка, гвоздик. И делаем маленькое отверстие. Сделали маленькое отверстие. Вот так вот, видите? Все. Ставим безматочную семью. Идем. Пожалуйста, вот маточка. Ставим ее вот так. Тут медок, тут расплод. Ставим ее вот так вот ниже, чтобы она втопилась в этот воск. Вот. И придавливаем другой рамочкой. Вот. Видите, да? Видно воск. И таким образом закрываем. Через пару дней открываем, смотрим. Если здесь разгрызено все, значит, они матку приняли и выпустили. Если здесь заклеено воском, значит, они не воспринимают матку. По-видимому, в семье есть какая-то матка. Вот. Поэтому вам легко будет открыть, глянуть. Воск разгрызенный? Отлично. Вынимаете клеточку. Все нормально.
она бывает пустая, когда вы вытащили клеточку, посмотрели, окей, там пусто. Все, нормально, клеточку в сторону, смотрите, рамку достаете, смотрите, ага, вот маточка бегает, к примеру. Отлично, значит приняли, хорошо. Все, на этом видео мы будем заканчивать. Это было видео, называлось посадка матки в клеточку, чтобы передать другой семье. Этот метод согласуется с пчелиным законом. Пчелы попали в беду, в семье не бывает. Их кормят внутри, пчелка, он уже пытается лизать кэнди, как говорится, чтобы кормить матку. Они сохраняют матку. Одну пчелку матку нежелательно, потому что пчелки обязаны быть группой и кормить всегда матку. Такой закон у пчел. Мы согласовали с законом пчелиным и таким образом подсаживаем. Итак, это простейший метод подсадки маток. Есть различные методы, как посадить матку в клеточку. Но это один из них, когда я вам показал. Итак, друзья, если вам нравится, можете использовать. Не нравится, используйте тот метод, который вам нравится. Удачи, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. Снизу смотрите, где можно будет купить клеточки подобные. Страничка у меня там под видео есть, можете кликнуть туда, посмотреть. Это ваше желание, у вас должно быть всегда клеточка в вашей семье, потому что хотя бы одна клеточка на одну семью. Потому что разные ситуации бывают. Бывает, надо матку подсадить, бывает еще какая ситуация, вот, то вы должны использовать, ну, хотя бы несколько клеточек. Ну, а если по клеточке на семью, то это будет вообще шикарно. Удачи, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки.